Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть Little Company в Roblox. Позорюсь, первый участник. Всем привет, друзья! Сегодня с вами я, Кактус. И я, Ксявище. И сегодня мы будем играть в Little Company в Roblox, потому что мы бомжи без денег. Мы играли наподобие Deadly Company, но мы не разобрались, как играть. Еще я играл один, и я сразу подорвался. Что там? Что? На прям убить. Я могу сказать, это игра бесконечная. А можно танцевать? Да. Как танцевать? А, не знаю. Так, начать игру. Все, начинаем. Как ты знаешь, как танцевать? Так. А если что, у кактуса позывной черный. На завод. Вот это? Да. Раннее тестирование. А, это игра еще в тестировании. Да подожди меня. Я на лестницу пойду справа. Я тоже. Мы до этого еще ни разу не играли в Little Company. Но мы хотим в будущем поиграть в Little Company. Я смотрю видео про монстров. Могу сказать. Это пипец. Миша, лучше побыщи обучающий эфир туалетов посмотрел. Хватит говорить про скибиди толчки. Это что такое? Ну, Миша, это любит смотреть. Болтик. Гвоздь. Болтик. Гвоздь. Болтик. Гвоздь. Болтик. А, у меня же звуки не работают. А, у меня тоже. Я на всякий тоже случай тоже сделаю, чтобы было. Миша, болтярник. Так. А, короче, я просканировал то ядро, которое было сзади нас, он называется длинный аппарат. Уф. Я чуть не упал. Болтярник. Ой-ой-ой-ой. Я, ну, короче, кстати, собираю можно, предметы. Тут можно сканировать местность, типа, на монстров и на предметы. И на лейндмайн. Опа, подвал. А у вас фонарика нету? А как включить его? А я пошел, а у меня руки полные. Типа сканировать этого, вокруг тебя какой-то синий круг летает? Да. Ой. Я свет нечаянно выключил. Пошли. Кефир, пошли наверх. Я предмет. Предмет? Я предмет, а я шкипит. Ну я гений. На мини. Ты умер или упал? Да упал, потому что из-за этого тупого большого ничего не видно. Бутылки. Ты сканируй. Не просто ли. Забирай бутылки, бутылки. Ю. Все, погнали. Все, у меня руки полные. Уходим. Я ничего не вижу. Я тоже. Можешь сканировать, молю? Господи. Я, короче, потом после записи... Я после записи скажу то, что я услышу. Ой-ой-ой. Ну, плохое слово. Я ничего не вижу. Какой мы местности? Где? А, вот. Ё-моё! Друг от друга было. Там злая кака какая-то. Видишь дверь? Нет. А дверь как раз там, где он. Нормально, стабильно. Тут табуретка страшная. Нормально. Я его не вижу. Спускайся ты первый.
Это был тот черненький, который. Куда мы пришли? Ну, что-то вот. Вроде. Миша, ты где? Так он сдох. Так может. Короче, вообще... не берите большие предметы. Если вы их возьмете в руку, вы их можете поменять. Надо брать. И все. Предметы надо брать, чтобы квоты. Там еще фигня какая-то. Рука. Она идет за нами. Посмотри сюда! Посмотри сюда! Я убежал. Это ты? Она на тебя смотрит? Да. А, я слева. Я видел. Можешь попробовать я откуда? Не подходи к ней. Я могу, конечно, бежать мимо. Ну что, пробую? Спорная ящица. Чихнулся. Или спорная ящица. Не, спорная. Ну что, я пытаюсь бежать? Давай вместе. Налево. Раз, три. На мне какая-то ящерица, я возьму. Help me, пожалуйста, я ничего не... Она меня убивает. Где ты? Я вздыхаю! Я сейчас сдох! Я умираю, я умираю. Чё за фигня? А, ящерица, короче, умер. Я умер. Круто! Большая ось. А, я тебе молотком! А, нет. Я тебе, наверное, никак короче, не смогу это... помочь. Можешь что-нибудь другое или перезапуск матча? Миша? Конечно. Паучок! Подожди, подожди. Какой прикольный. Он прям до выхода. Паучок. Он по тебя наказал. Порова выйти? Ну, попробуй выйти. Тим? Он завтра. Тим? Господи, какой ужас. Я танцевать не могу. Это оскорбление для компьютерных игроков. Подойди-ка ближе. Подойди. Танцевать. Подойди-ка. А он застрял. Застрял. Пошел нахуй. А попробуй обойти. Бля! А. Так, все, мы, короче, жестко проиграли. Начать корабль. Буль-буль-буль. А мы на Земле или на Марсе? Не знаю. Подождите меня, куда вы убегаете? А чё ты ходишь? У меня закончилось. Да, потому что не надо было на корабле бегать. Что на корабле? Он на корабле. Ну подождите. Чё ты там? Давай быстрее. Ты прям на корабле? Я думал, ты на кровати обычно. Ну типа на кровати безопасно. На корабле мы видели. Увидели. Типа кто ты такой? Я собираю вещи. Скан, неистовый скан.
Ой, сервера. Роблокса? Да. Нет, шедевростановочка. Миша для эксперимента идет самым первым. Миша пластиковый табурет вообще. Подвал, Миша. Миша, подвал. Иду к вам. Иди в ту, вот, вот, вот. Кефир, иди. Закрыто. В смысле? А, да? Нам нужен... Я сдох. Так. Я не прыгнул, просто не прыгнул. Тупо не прыгнул. Тут, возможно, монстрики. Лампочки, лампочки. Да включи. А, я думал, Миша упал. Интерфейс какой. Ой-ой-ой, Миша на корабль. Выспи, почему? Все черное. А как? Миша, беги, Миша, беги, Миша, беги. Ага, значит, один день. И в последний же день мы все откиснем дружненько. Как мне танцевать? Как не танцевать? Как не танцевать? Ксяв, ты можешь потанцевать? Да. На, да, все черные! Птичку. Птичку. Надо молиться, чтобы было нормально. Птичку. Очку птички. Птичья. Ой, я скинулся. Кефир супер паркур. Я первый буду. Всегда смотрите на потолок. Нет. Ой, ключ. Большой болт. Я ключ нашел. Миша болт. Я пойду в другую сторону. Опа, ключ. Миша Джеймс болт. Болтик. Ой, подвальчик. Миша Джеймс болт. Еще большой болт. А болт. Аппарат, значение 75. А болт. Аппарат. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Обратно, обратно. С уроном что-то. А чего вы прыгали без урона? Я сейчас прыгнул, у меня с уроном. С ураном. Ну, супербайном. Просто на пол. Аппаратура собрана. А, деньги, деньги. Болты, деньги. А тут паучок. Пидермен, ты где? Я буду на всякий случай на корабле, чтобы прогресс не... Ой, пидермен. Да, пусть будет, короче... Тут пидермен. На корабле, если что, улететь. Если мы не вернемся. А, сходите в правую комнату, просто в левый паук. А вы где? Вправо иди. Пошли. Ой, ой. Вправо иди. Забирай, забирай руль. Быстро, быстро на корабль, скоро будет. Ночь? Да. Да я не знаю, куда идти. Все, погнали. Группа на ды интерн. 6 XP. 0 дней осталось. Заткнись. Кто теперь будет на корабле, чтобы прогресс не... Я. Да блин. Эфир, погнали. Ой, тут можно одеть казамат костюм. Поменять. Тут черный цвет. Миша, ну иди одевай. Посмотрите на корабль. Сейчас. Смотрю. Смотри, как у меня цвет. Не видишь? Нет, не вижу. И там ничего нет. Потому что ты чёрный. А-а-а, Миша расист, пишу расист. Ну, 12... Когда будет PM, скажи, когда будет 5 часов.
PM, когда будет не АЭ, а не АМ, а PM. PM. Один, PM1. Скажи, когда будет 5. Я скажу, когда будет 3. Ну, 3 мы уже будем разворачиваться. Вот бы тут была какая-нибудь сканированная фигня, которая сканирует как обычный человек с этой фигней синенькой. Но только это делает автоматически и постоянно. Было бы круто. Я, наверное, пойду через палку, поэтому пожелай мне удачи. Я не пойду через палку, у меня плохие воспоминания. Паучок нормальный, пошли-пошли, уже 3.50. Быстрее. Ты уже у базы или нет? Я сейчас принесу кучу металла и... Ой, черненький. Кто захочет продолжение, тут прям, не знаю, ну уже... 25 лайков. Да, 25 лайков. Если наберется 25 лайков и будет продолжение, мы обязательно выполним квоту. Никого не видно. Ну, или Мишу сожрёт сама. Да, тут два варианта. Кинем Мишу к паучку. Если будет 5 комментариев, то... Если будет 5 комментариев с... Со словом «слово пацана», мы поиграем в слово «пацана РП». Да. Поэтому все зависит от ваших комментариев, лайков и... С вами Фил, Кифер, 4К ТВ, Миша, Кактус и Ксяп, 1, 3. Всем пока! Creep, ooh, walking with that heat of wall. Look around, stay low, make sure they don't see.